боюсь. Эй, ты зачем меня закрыл? А что, будешь теперь моей обезьянкой? Открывай давай, или я все твоей маме расскажу. Ладно, ябеда-корябеда, уже и пошутить нельзя. Ой, по-моему, дверь заклинила. Как заклинила? Выпусти меня сейчас же. Хорошо-хорошо, ты только не кричи так, а то мама услышит. Сейчас я сбегаю и принесу какую-нибудь палку. Чтобы я еще раз переоделся в эту обезьяну. Пусть ждут, пока настоящих завезут. О, малыш, а ты что здесь делаешь? Дяденька, понимаете, меня здесь этот вредный Брюс закрыл, а сам ушел. Вот Брюс толстопуз, вот негодник. Давай-ка я тебя выпущу.